Прием Староскольцев проведет начальник департамента образования области Елена Тишина. Встреча состоится 27 октября в общественной приемной администрации Староскольского городского округа на улице Ленина, дом 46/17, кабинет номер 4. Предварительная запись по телефону в Старом Осколе 22-19-44. Попасть на личный прием можно только при условии наличия QR-кода или медицинской справки о перенесенном коронавирусе. Срок действия такого документа – 6 месяцев после выздоровления.